Всем здравствуйте! Сегодня стало известно о том, что спустя почти 5 лет заболевания Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках у супруга. Конечно, невозможно поверить, что Анастасии Заворотнюк больше нет. Она так долго боролась с болезнью, что казалось, ее сила воли и страсть к жизни победит. Утром 30 мая пришло сообщение, что звезды прекрасной няни не стало. В последние 2 недели актриса была совсем истощенной, она резко похудела и уже не могла вставать с постели. Заворотнюк отправили в хоспис, где ей бы оказали паллиативную помощь. Здесь она умерла на руках у мужа Петра Чернышова. Любящий супруг артистки до последнего обеспечивал ей достойный уход и лечение. Больше 6 лет фигурист работал без выходных и праздников, чтобы заработать на дорогостоящие препараты для лечения жены. Он участвовал в ледовых проектах, за каждый выход в которых ему платили до 300 тысяч рублей. С маленькой дочерью актрисы все это время сидела бабушка. Говорят, что младшая наследница звезды Мила очень похожа на нее. У Заворотнюк была диагностирована в 2019 году глиобластома головного мозга, это самая агрессивная форма опухоли. Актрисе провели 2 операции, затем лучевую терапию, а спустя 3 года 3 цикла химиотерапии. Это позволило купировать течение болезни, и тогда Чернышов обратился к петербургским врачам, которые предложили ему экспериментальное лекарство от рака. Именно оно и продлило жизнь звезде прекрасной няни. Господи, бороться 5 лет – это невероятно. Мой друг ушел за 1,5 года, оставив жену с 3 маленькими детьми. Наверное, маленькая дочка успела запомнить маму. Петр заслуживает особое уважение. Помним, скорбим. Сил семье. Очень жаль. Прекрасная актриса и светлый человек. Пусть земля будет пухом. Высказываются пользователи. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!